Чувашская государственная академическая симфоническая капелла готовит для зрителей большую концертную программу «Его Величество Орган». Завтра коллектив собирается открыть новый творческий сезон. В концерте впервые будет представлена музыка для органа. На концерт приглашены почетные гости из Казани, в их числе профессор Рубин Абдуллин, известный в России и за рубежом как талантливый интерпретатор органной классики. Музыкант исполнит знаменитые токкату и фугу ре минор Баха и адажио Альбинони. Напомним, что король музыкальных инструментов орган появился в нашей республике совсем недавно. В августе этого года симфоническая капелла при поддержке правительства республики смогла приобрести орган, произведенный на одной из крупнейших голландских фирм. Благодаря новому музыкальному инструменту у Чувашской симфонической капеллы появилась возможность исполнять самые сложные произведения.